Изменение способа формирования местных бюджетов – одна из главных реформ в Украине, заявляют специалисты. Программно-целевой метод позволяет более детально увидеть все траты городской казны и определить их как обоснованность, так и законность. Коалиция общественных организаций решила провести своего рода аудит целевых трат бюджетных средств в 5 регионах Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Луганской областях. На данном этапе контроль над бюджетами осложняется из-за отсутствия реестров объектов городского хозяйства, а также обобщенных формулировок в целевых программах. Та реформа, которая посвящается программно-целевому методу, незаслуженно замалчивается, незаслуженно не пользуется вниманием, хотя, по моему глубокому убеждению, ее значение крайне сложно переоценить. И чтоб, ну, если привести какую-то понятную аналогию, это равноценно введению электронного декларирования. Наш проект – это в первую очередь, как я уже говорил, диагностика с тем, чтобы помочь тем органам власти, которые хотят максимально эффективно внедрить программно-целевой метод. В круглом столе приняли участие представители финансовых органов местного самоуправления. Они получили результаты мониторинга общественников и рекомендации по дальнейшему внедрению программно-целевого метода.